Здравствуйте. Здорово, здорово. Сижу, жду, когда погреется. Как ваши дела? Как ваши девочки? Это тогда, когда не знаешь, что сказать. Да. Ладно. Черт с ним. Разберемся сейчас. По ходу дела. Сметанка, сметановна моя. Что-то у меня носик чешется мой. Красивый носик у меня зачесался, зараза. Мне кто-то вчера написал, что в солянке нужно 3 ингредиента колбасы. А я ж не ем колбасу. Пока. Здесь с колбасой мне не очень-то нравится. Можно поесть супы с колбаской? Но мне не особо нравится. Ну, чтобы там тащиться от них. Не, на мясо кусок съел, и я тащусь. Мне вкусно. Тем более у меня здесь два вида его. Курица и индейка. Петух да курица. Тоже же два вида. Они же разнополые. Ну. Ух ты, зараза. Как это вкусненько-то, а? Лимончик. Конечно, я вот это вот не очень-то люблю. Я вот так для понта я бросила. Обалдеть. Печку затопила. Ноги замерзли опять. Они у меня с вчерашнего вечера замерзли. Я легла вчера. Мне ноги замерзли. А погреть некому, зараза. Я днем тазик воды набирала. Горячий. Ноги грела. Зараза, вообще острый. У нас блин вчера занималась долго. Я не записала видео. Розыгрыш-то. Мне уж девочки писали в личку. Ирина, мы что, пропустили? Нет. Я говорю, не пропустили. Я бы все равно же выложила в ленту. Задали много. Она старается в пятницу же и делать. Чтобы выходные отдыхать, да, и школу. А бывает это. Неохота. А урока сейчас по 7 штук. Так устает. А нафиг.
расписание скинут. У другого 5 класса по 5-6 уроков. Нас каждый день по 7 догоняют. Потому что учитель болел. Я же говорю, надо было давать задания на дом. Все, ребятам. Как на дистанционке бы эта программа шла. Сейчас, конечно, они устают и все равно не то уже. У кого-то, может, охотка даже отпадает заниматься. Я тарелку разбила сейчас, вот эту красную. Она соскользнула с печки на пол. Тонкое стекло. А сейчас стукаю, заходи, ничего. Вдребезги он. Обещали снег сегодня и всю неделю. Может, к вечеру только пойдет. Не знаю. Вот этот все портит. Весь вкус портит. Я говорю, я не любитель их. Тут эти маслины прям так херачат, ест. Не люблю я. Я же грот для понта бросила. Зараза. Охота снега. Чистенько, что было. Он выпал. Одна грязь сейчас. Сыро. Вчера вечером дождь ливанул. Нахера он зеленый? Грязь такая. Сейчас по морозе будет. Свинину надо будет убирать. Скорее всего. Ну, я решилась так что-то, не знаю, думаю еще. Ничего убирать надо. У нас где-то жаркое было. Жаркое. Значит, зима будет холодная, да? Нынче. Лучше бы я болгарский перец сюда бросила. Или этой же горчицы намешала. Чем вот эту буйду. Вкус не тот, все, перебила весь вкус. Вообще не тот вкус. Вообще стрёмно. Так
Кто-то на бутики ложит, на салатики украшает. Там сверху убрал и все, да? Здесь улавливать при... У меня удочки нет. Зараза. Хотела эту рыбу-то поесть. Ладно, я ей пообедаю. Тоже не люблю ее. Вот эту форель. Чего в ней я не... Она не пахнет даже, по-моему, ничем, да? Кильку купишь в магазине вот такую-то вкуснее, мне кажется. Форель. Ладно. В следующем видео будем форель жрать. Учиться. Намажем, поедим. Ну, в роллах она нормально выглядит. Это вкусная. Ну, с роллами. А так, что-то бутик ложу там. Я попробовала эту рыбу вот это так откусить. Фигня какая-то. Я сейчас еще пойду 20 минут прилягу. 3 минут все-таки я. Я полночи не спала. Опять. Трудности были. Ночью. Заколебал этот сосед, что ли там. То ли кто. Орал, ходил. Визжат что-то. Свадьба, говорю, что ли, сегодня не пятница. Обычно по пятницам уже свадьба. Ну, не всегда, но. Орут, песни поют. Матюкается. Ну, гулял народ. Они же всегда гуляют около меня. Им так, видать, интереснее. Что Иринка не выспится и будет некрасивая. Зараза. Хрен вам. Я сама красавица. Счастья вам, девочки, и добра. Добрее надо быть.